У вас на столах находятся предметы из разных материалов: железа, дерева, пластмассы, бумаги и стекла. Возьмите магнит и с помощью него разделите ваши предметы на две группы. В первой группе у вас будут предметы, которые притягиваются к магниту, а во второй – предметы, которые не притягиваются к нему. Пробуйте, какие предметы притянутся? Пробуем. Так, Виталий. И? Вот, давайте мы вот соединили ваши удочки, да? Так, давайте смотреть. Вот сюда кладем металлический кристалл. Все. Все, молодцы. Какие у нас предметы остались? Посмотрите, какие предметы у нас остались здесь. Ну, деревянные. Так, деревянные. Убираем металлические. Пластмассовые остались. Еще какие? Деревянный, пластмассовый. Еще какой предмет остался у нас? Стеклянный. Стеклянный. Хорошо, молодцы. Ой, а что же написано в нашем письме? Давайте его прочтем. Дорогие ребята, произошла большая беда. Люди засорили наше море. Помогите его очистить. Что же нужно сделать, чтобы очистить наше море? Смотрите. Не достаем, достаем. Помогайте себе рукой-то, когда подняли наверх, помогайте рукой, вытаскивайте. Вытаскивайте сюда на поднос. А теперь удочками помогите, помогите. А вы по очереди. Садите мои ноги. Все, поймали и отсоединяйте. Поймал, все, вытаскиваем. Вытаскиваем, Ломат. Не поймали. А куда по одной тяни, вот так-то, по одной. А куда надо? Вот, тяни, 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 тяни. Ручкой да. Помогай, Уляш, помогай ручкой. Мои еще локоть. Вот, о. Доставай с обратной стороны. Вот. Молодец, складываем. Давайте вытаскиваем. Нет, давай, на поднос. Убирай так, на поднос. Ну как, ну ручка я хватит. Видите, какой у нас маленький. Маленько. Я не могу. Молодцы, ребята! Вы замечательно поработали! А теперь я предлагаю вам посмотреть мультфильм. Отсканируйте мой QR-код на груди. Глеба, бери телефон. Так, чтобы квадратик попал. Девушка смотрит. Молодец. Нажимай. Стрелочка. Подходите к Глебу телефон, подходите, посмотрите на